Вам не страшно, что побольше с вами будут ось готовые? Страшно. Страшно тому, что не ведают, чем это закончится. Страшно тем, что нам не хочется навод говорить про то, что на самом справе робится. Усе говорят про то, что ничего страшного не отбылося, але там зазернувши в интернет, мы бачим інше. Да усе говорят про то, что это правда, что все-таки звалился этот реактор. Можно сказать на это. Страшно, потому что действительно это надо задуматься, чтобы она была построена не для того, что лишь бы построить, а чтобы она функционировала, работала, працевала именно, чтобы было на користь. Ліпхер став піднімати, сказали, що розстояння, от ці, які йдуть, ну тяги, те, що натягують піднімати, що на 30 сантиметрів були ніже, ніж у Росії, як його піднімали. Піднімали все по ППР, як у них повинно було бути. І воно, як стали ці траси натягувати, я не знаю, чому вони ночі півторого це зробилося. Ми ж ніхто не були там, були тільки люди, які... Люди, которые в ночную робили. И что-то заработать люди будут в ночную. Скажите. Что-то заработать такую 330 тонн везли, как яйко. На сегодня действует только одна гостиница. И номеров там всегда занято в связи с наплывом населения. Потому что все-таки никто не рассчитывал, что здесь будет такая грандиозная стройка. И город вырос уже почти на более 6 тысяч населения прибавилось, приезжих, делегаций. Ну и вот строится сейчас, я думаю, в течение месяца-полтора она уже вступит в эксплуатацию. Снимут все пока 4 этажа, все номера Росатом. Рабочие места, Островец развивается, город строится. Для молодежи самый толк. А нам, старикам, уже как получится. Проблем вообще много. Много кто рассказывал, что и щебень привозили с Урала, по-моему, который нельзя мочить, а он в вагонах стоял несколько месяцев под дождем. И бетон, который заливали, я знаю, что должен миксер, когда замешали, должен в течение получаса быть залит. 2 часа стояли миксера, то есть мешались, но не заливались. Увогуле задоволенные с того, что будуется, с того, что... мають можливість знайти собі працю відповідну. Я не чув ніяких інших таких негативізмів відносно будови атомної станції. Це будучиня.